Сыночек, мы с Галиной Эдуардовной поболтаем тут, поговорим. Да. А можно я с вами побуду? Хорошо, побудь. Ну только можно окно открыть, а то душно здесь. Ну-ка, подойди сюда, дай спину. Мокрая. Хорошо, открою. Ох, только бы тебя не просквозило. Ой, мама, дует. А я говорила, не надо было столько мюсли есть утром. Нет, с окна. А ну тогда выйди на кухню, у нас все равно с Галиной женские беседы. А что мне там делать? Попей сачка. Вот посмотри, мы за одеждой ездили, какие брюки ему купили со скидкой 90%. Хоть ты на свадьбу иди. Ну, жених какой. Вы такие снижения цен нашли в том самом телеграм-канале? Да, который сотрудники Wildberries открыли. И вот там по специальному алгоритму отслеживаются резкие падения цен. А цены новые продавцы снижают, чтобы раскрутиться и быть выше в поиск. Я сама не разбираюсь, это мне светлая головушка моя объяснила. А ссылку разместили в зафиксированном комментарии? Да. Ну что ж, взглянем, каких девиц твоему сыну сулит всемирная паутина. Да, пора ему уже и жениться. Женилка-то знаешь, какая у него выросла? А ты откуда знаешь? А что ж, по-твоему, он в одежде в ванной купается?